Марфа символизирует практическую деятельность, практику покаяния и телесные труды. Мария же символизирует теорию, обращение души внутрь себя, посредством чего каждая разумная душа общается с Богом. Мы, каждый из нас, обязаны ныне стяжать себе сих двух сестер. Старец Иосиф Потапецкий. Проклятая смоковница выражает судьбу каждой души грешной и нераскаянной. Все мы, братья, подобны древам, которое для того насаждается небесным вертоградарем, для того поливается, очищается, окапывается, чтобы во время свое цвести и приносить плоды. Святитель Иннокентий Херсонский. Души добродетельные само Слово Божие употребляет древом, которое всегда почти зеленеет и бывает весьма плодоносно. А души грешные и нераскаянные есть древо бесплодное, которое множеством листьев только показывает вид жизни, а на самом деле ничем не награждает трудов над ними положенных. Святитель Иннокентий Херсонский.